Не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео, а мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья! И мы находимся в квартире моих родителей, так как я уехала в отпуск, можно так сказать. И сегодня у нас будет мотивация на уборку в ванной комнате моих родителей. Я не знаю, понравится вам такой формат или нет, потому что со мной один маленький штатив, и я думаю, что я, наверное, буду снимать это в виде такого влога с вставками немножко музыки, потому что монтировать на телефоне очень сложно, проблематично. На компьютере у мамы очень старая Windows стоит, что программу туда не установить, он очень тормозит. Для моего спокойствия и нервной системы лучше монтировать на телефоне. Я сейчас попытаюсь снять уборку в ванной комнате, либо в туалете и в ванной, потому что это раздельные санузлы такие, да, либо в одном каком-то помещении. Посмотрим по времени, во сколько я уложусь. Сейчас время 9 вечера, Ксюша у меня уже спит, Дашенька с бабушкой в саду, а папа у меня ушел на работу. Так что я надеюсь, такой формат вас пока что устроит, потому что по приезду домой, конечно, будет другой формат, как обычно, со звучкой, с музыкой и так далее. Так что поехали, посмотрим, что получится. Хочу сразу предупредить, для того, чтобы вас ничего не шокировало. Мои родители не шикуют, они живут по средствам и обустраивают квартиру по мере возможности. Ванна у них еще не отремонтирована, и вот какой вид она имеет, такой она пока что и имеет. Я надеюсь, что вы не будете писать: ой, какой мрак, ужас, ужас, что это такое. Здесь у нас получается ванна. Почему она в таком состоянии? Они делали покрытие, как, ну, заказывали покрытие ванны, но вот это вот все, это все откололось. Здесь машинка стиралась, это сливалась просто грязная вода. И вот такой вот результат, что сейчас пока что замена ванны, нет возможности заменить ванну, но, конечно, в планах у родителей. Здесь у них стоит вот такая вот горизонтальная, ой, вертикальная машинка. Здесь коврик, ведра, здесь это все нужно будет помыть, коврик замочить. А полочка всю жизнь, вот сколько я здесь жила, она всегда здесь висела, здесь вот тоже надо прибрать. А здесь обычно стоят какие-то мыло, шампуни запасные. Будем все это мыть, пытаться отмывать, наводить порядок. Я думаю, что я порадую родителей, потому что они у меня всю жизнь работают, работают без конца. Здесь бойлер такой стоит. И здесь тоже шампуньки. И здесь пережитки прошлого, так сказать, советский уголок вот такой стоит. Раньше здесь были дверцы, но родители их сняли и просто пользуются вот таким вариантом. Ну, конечно, это все бы обновить, но нет возможности пока что. Я думаю, что вы не будете писать гневные комментарии, что ой, как плохо люди живут. Живут люди по средствам. Сразу хочу оговориться, что здесь в поселке очень плохая вода, и здесь даже на посуде остается вот такой вот налет известковый. Так что это не грязный ковшик, а просто в извести. Представляете, насколько плохая вода. Так что вот такие вот дела. Здесь мама обклеивала, пыталась привести хоть в какой-то порядочный вид ванну на период, да, пока хотя бы какие-то деньги есть. Ну вот. Вот такая ванна. Здесь всю жизнь висят вот такие вот тазики советские. Здесь даже где-то можно увидеть цену. Это советские тазики вот такие вот. Они служат до сих пор. Мама их отмывает, чистит. Эту ванночку привезли специально из сада для Ксюши, чтобы ее купать. Раз в этой ванне невозможно мыться, мы здесь только принимаем душ, чтобы не поранить тело. Ну и, в принципе, давайте будем наводить порядок. Начну я с того, что я вынесу вот это вот все, освобожу вот здесь место для того, чтобы было удобнее, да, все вот это вынесу, освобожу по максимуму для того, чтобы было удобно мыть. Полочку я буду местами, частями освобождать, потому что я боюсь нарушить их порядок так, как таковой, да, что здесь это стоит, здесь это, главное не перепутать, потому что у меня папа очень такой человек, что он, если вот он сюда поставил, и если я это переставлю даже на эту сторону, он пойдет и переставит назад. Так что я стараюсь просто навести порядок, пыль убрать, допустим, какое-то загрязнение, а все остальное я постараюсь, конечно, поставить по своим местам.
Расхламлять ничего не буду, потому что это их квартира, их правила. Просто наведем порядок. Освободила я стекло, батарею все освободила. Сейчас освобожу еще вот эти окошечки и уже буду мыть. И потом уже в конце помою вот этот уголок. Здесь я тоже оставила то, что нужно прополоскать, попробовать оттереть. Возможно, куплю новый коврик, чтобы обновить. И мыльницу тоже нужно будет помыть. Так что погнали! Полочка, она разборная, можно вот это зеркало и стекло снять. Стекло я снимать не буду, а вот это, ой, стекло я наоборот сниму, а зеркало трогать не буду, потому что это опасно. И тем более оно за счет бойлера не снимется. Я его просто протру и полочку установлю. И все. Сейчас будем наводить здесь порядок сначала. Тряпочки я замочила, коврик я замочила, пускай это все отмокает. И потом уже в самом конце я это все прополощу, как раз время много пройдет, оно все промокнет, там отмокнет и, ну, думаю, возможно, приобретет более здоровый вид. Thank you.
Ну что, перейдем наверх. Здесь вот такая вот история у нас творится. Здесь уже очень старые такие вот подоконники советские, да, кто живет или жил в таких квартирах, знают, что между туалетом и ванной вот такие вот есть окна. Тут какая-то пластмасска. Так что сейчас все это хорошенько протираем. Видите, мама пыталась тут хоть что-то в приличный вид привести, но, конечно, здесь нужен глобальный ремонт. И потом уже покажу результат, чтобы не затягивать. I could remember that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5, and I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. Ну что, как-то так вот получилось. Я, конечно, понимаю, что особо порядка не видно, но зато пыль протерта и дышать стало свободнее. Так что я говорю, я здесь не вникаю, что где лежит и для чего это нужно, и какого года это производство, потому что это жизнь моих родителей, и я не хочу им указывать, как им быть. Они решили, что у них будет такой порядок, пусть он будет. Я не хочу навязывать свои порядки, потому что это уже, можно сказать, мой дом, но не мои правила. Так что как-то так. Вот эти полочки у нас готовы, вот этот стеллаж уже помыт. Осталось мне помыть стенки, прополоскать здесь, помыть ванну, помыть пол, потому что здесь, вот видите, давно не убирала мама коврик, потому что она вечно на работе, либо в саду, дома она практически не живет. Протереть трубы, потому что тоже бы не мешало. Здесь, видите, внизу, где уже никто ничего не висит 100 лет, уже давно пыль. Здесь мы тоже привели в порядок, и полочку тоже привели в порядок. Ну и все. Здесь, в принципе, у меня осталась вот такая вот легонькая работа, и в конце уже покажу результат, чтобы не затягивать ролик. I've been putting in, so take a chance on faith. You're my insupportless, please. So take a chance, take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance. I never want to look back.
Помыла пол, осталось мне протереть машинку, там есть разводы, пятна, у меня засорилась ванна, но здесь старые очень трубы, так что здесь это постоянная история. В общем, надо делать вантусом вжик-вжик. Так что вот такие вот дела, сейчас я все это доделаю и покажу вам уже окончательный вариант. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know. Ну что, ребят, давайте посмотрим. Я, конечно, понимаю, что здесь результата практически не видно, но я понимаю для себя, что я освежила комнату, да, ванную, что я все протерла, что я поставила все на свои места. Здесь хотя бы элементарно протерла пыль, да, составить попыталась так, как было, но, возможно, папа завтра придет с ночной смены и переставит все. Протерла здесь пыль, протерла стены, помыла сантехнику. Но я понимаю, что здесь известковый налет, он скоро, видите, уже проявляется, снова высыхает. Помыла полочку от пыли, протерла батарею, здесь тоже помыла все. Машинку протерла, протерла пол, отодвинула вот этот кусок линолеума, под ним все промыла. К сожалению, из-за квадратуры и нехватки места я не смогла ничего снять особо, чтобы было понятно. И тем более у меня нет штатива большого. Помыла, сколько смогла, протерла дверь. Здесь тоже протерла, вот этот угол был грязный. Но я считаю, что я хоть что-то сделала для родителей. Вот такой вот результат. Я надеюсь, что я вас хоть немножко смотивировала. Извините, пожалуйста, если вас не устраивает данный тип роликов из чужой квартиры, из другого дома, то напишите мне в комментариях, пожалуйста. Я буду тогда просто отдыхать, ничего не буду снимать. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ссылочки на мои социальные сети всегда есть в описании. Всем пока-пока!